Приветствую поклонников турецкого сериала «Голубка». Сейчас краткий анонс прошлого эпизода и дата выхода новой четвертой серии. Отец Зюлюф волнуется за нее. Он решает пойти к Акешу, чтобы узнать ее местонахождение. Мужчина был шокирован, когда понял, что Акеш скинул в яму его дочь. Кенану приходится жениться на Зюлюф, потому что этого требует традиция. Во время свадьбы Акеш выстрелил в Бедира. Кенан отвозит его в больницу, и Бедира сразу же увозят в операционную. Хотя он считает его убийцей, совесть не позволила бросить его в беде. Акеш нарушил договор между двумя враждующими семьями. Боясь наказания, он сбегает. Зюлюф возненавидела эту семью еще больше, так как они ранили ее отца. Но непредвиденная ситуация заставляет ее вернуться вновь в особняк. Напоминаю, что новая 14 серия выйдет в эфир 15 декабря. Посмотреть ее с русскими субтитрами и русской озвучкой можно будет 17 декабря текущего года. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы узнавать о новых видео первыми.